Доброе утро, друзья! Вы на канале «Все для клёва». Мы в очередной раз приехали в Великодолинское озеро. Первый раз уже были в нем, видели, какого большого карпа мы поймали. И вот дубль 2 делаем, пробуем поймать либо еще большего карпа, либо много карпов. Ну, как получится, так и будет. Ловим на фидерную кормушку от фирмы «Потап» с маленьким отводиком, с маленьким поводком и волосяную оснастку. В данный момент я попробовал забить ее горохом, но вижу, что горох не высыпается, поэтому для того, чтобы увеличить проточность кормушки, я возьму и в задней части кормушки отрежу вот так вот, отрежу ребрышки жесткости. И в таком варианте у меня проточность кормушки увеличится, и горох будет спокойно выходить. В данный момент мы горох замешали вместе с нашими прикормками, которые вы все знаете. Это горох чеснок от фирмы Fish Sport. Кроме того, взяли лифтинговую прикормку кукробантов, золотой карп и айпоксикай вулкан. Это те убойные прикормки, которые мы всегда используем в своих рыбалках, которые реально эффективны, даже не эффективны, мега эффективны. Друзья, для того, чтобы создать еще больше эффект от нашей рыбалки, мы будем использовать такую флуоресцентную муть Power Smoke от фирмы Corona. Как мы будем использовать? Добиваем наполовину нашу кормушку горохом. В нее туда немножко капаем этой флуоресцентной мути. И забиваем дальше туда. Кормушка у нас проточная. Все потихонечку будет высыпаться, муть будет подниматься, и крючок у нас будет в этой мути. И вот таким вариантом будем ловить. Друзья, сели покушать, и тут поклевка сразу. Посмотрим, кто там идет к нам. Маленький карпик, зеркалочка. На метод от фирмы «Потап». Друзья, заканчиваем нашу рыбалку на водоеме в Большой долине. За практически 6 часов рыбалки у нас была одна поклевка. Мы поймали одного карпика зеркального. Каких-то всплесков большой рыбы не видели, так что-то мелочь где-то кое-где всплески были, и практически все. Поэтому слухи о том, что здесь много рыбы большой, немножко преувеличены. А вам решать, ездить сюда, не ездить, ловить или не ловить. Ну а мы пойдем теперь уже на следующий водоем и покажем, как на других водоемах ловится рыба. Пока. Друзья, ну вот, о чем я только что говорил. Красота неописуемая.